嗯。 самых сложных моментах жизни человека. Слушайте и смотрите проповеди пастыря Андрея Жаповалова. Сегодня я хотел поговорить насчет очень интересной мысли, которую Господь мне дал. И вы знаете, я эту тему назвал «притупленная боль». Я объясню сейчас, что это такое. Вы знаете, вы знаете, что такое обезболивающее, церковь? Скажите мне вообще, как обезболивающее когда-нибудь кого-то вылечивает? Обезболивающее, оно снимает боль. Оно никогда не исправляет проблему в жизни. Вы знаете, я просто удивляюсь иногда тому, как люди реагируют э, агрессивно на мои темы. Удивляюсь тому, как мало людей видят всю катастрофу реальности. Вы понимаете, сегодня я хочу с вами поговорить о том, что кто-то в церковь вколол обезболивающее. Кто-то в церковь вколол обезболивающее. И теперь, если даже что-то происходит, теперь у тебя могут быть переломаны руки и ноги, но ты этого даже не замечаешь. Потому что в твоем теле действует Морфий, который срубает полностью всю боль. И ты парализованная личность, но ты даже боли не переживаешь. Я не говорю о тебе, я говорю о церкви как об общем организме. О, дорогие мои, обезболивающее. Что это значит? Откуда? Вы понимаете, Бог, Он всегда реагирует на боль. аминь, И к кричащему, зовущему о помощи Он приходит. А что делать с теми людьми, у которых все поломано и боли не ощущается? Они никогда не кричат о помощи, они спокойно улыбаются, даже если в их организме переломаны все кости. Он лежит спокойно под капельницей, и капельница периодически вкалывает в его вены морфий, и он даже не ощущает того, что происходит сейчас в его организме, а он, оказывается, умирает. Церковь. Меня всегда волновала церковь мне люди говорят, что ты против меня проповедуешь. Я против тебя не проповедую. Я проповедую к церкви. Если ты считаешь себя церковью, то проповедь тебе. Не считаешь, тогда не мучь меня. Мы с вами, как я удивляюсь, насколько люди... Я, я понимаю, что я на шатырный спирт, приводящий некоторых в реальность. Эй, включивший Включивши мою проповедь, некоторые люди начинают приходить в себя. Я прошу прощения, но Бог меня поставил на эту позицию. Я не могу проповедовать по-другому, потому что это буду не я. Выключи телек и не доставай меня. Вы слышите меня? Я буду говорить то, что Бог мне дал в мое сердце. И все, сколько бы это мне ни стоило, как дорого для меня бы это ни стоило, я должен выложить то, что Он заложил в меня давным-давно. И постепенно я буду раскрывать эти вещи, которые Бог заложил в меня. Как мы с вами можем спокойно сидеть? все в наше общество христианское и не видеть катастрофу несостоявшихся церквей практически всех. Я тебе могу говорить факты за фактами о несостоявшихся церквах. Факты за фактами несостоявшихся служителей и пасторов. Да лучше пусть не будет этих церквей, вы слышите меня? Лучше пусть будет одна, одна, но которая соответствует стандартам, аминь, которая делает то, для чего она рождена Богом на эту землю, а это функция одна, революция, полная трансформация, изменение нации, церковь это вирус. Духа Святого, и там ничего не может соприкасаться с Ней, и она не может ни с чем соприкасаться, и оно не будет иметь эффекта, оно обязательно будет иметь эффект и колоссальный. Если мы называемся церковью, все, что соприкасается с нами, и всем, с чем соприкасаемся мы, меняется. И оно ненавидит и уходит, или оно изменяется. И приближается к Богу. Другой реакции не будет. Если в городах находятся церкви за церквями, и даже соседи не знают, что происходит. О чем вы мне вообще говорите? Люди не видят, я не знаю, на какой нам нужно с вами, кто нам вообще, когда в жизни нам вкололи с вами морфий всем, что мы не видим наши погибающие поколение. Сколько мы будем с вами все лежать под капельницами? Только за свой курятник переживает. А, мне там чуть-чуть. Дорогие мои, нация идет в ад. Поколение идет в ад. Души за душами, семьи за семьями. Мы считаем трупов. Ходим на похороны. Я не знаю, что нужно вколоть церкви, чтобы церковь вообще потеряла реакцию? И когда ты начинаешь светить церкви светом в зрачок, знаете, как проверяют, если живой? Зрачок сокращается. И таким образом, даже если человек без сознания, то доктор знает, что там что-то есть еще живое, и его можно реанимировать. И когда Дух Святой начинает светить в зрачок церкви, этот очень-очень яр, яркий свет, зрачок уже даже не сокращается. Может, что угодно могут вообще говорит, хоронить трупов за трупами, а мы, ну что, грешники, заработали. До тех пор, пока мы эту нацию не сделаем своей собственной проблемой, Слышите, там то мне точно проповедовать об этом не надо. Я вам честно скажу, мне жить вообще хорошо. Я вообще могу уехать куда-то и, и забыть за все. У меня все есть. И у меня все как раз в порядке. Кто станет в проломе за тех, у кого не все в порядке? Церковь, я еще раз хочу схватить вас вот за вот это вот дело и потрусить вас. Насколько... Насколько вкололи морфий в тело Христа, что оно давным-давно перестало уже быть тем, кем оно было рождено Богом. Только смотришь, отдельный пальчик где-то там, ухо шевелится, глаз иногда там дернется. И мы говорим, о, пробуждение настало. Там где-то не нервная судорога, и мы думаем, о, сошла Божья сила. Дорогие мои, церковь должна встать. Дьявол когда-то вообще должен пережить и ощутить всю мощь и силу церкви, настоящей церкви. Не отдельных индивидуальностей, как ты и я, и еще несколько человек, и несколько церквей там и там, о которых мы все знаем. Церквей миллионы. Вот к чему я обращаюсь. Вы понимаете меня? Вот к чему я кричу. Вот что мне хочется увидеть хотя бы в конце моей жизни измененным. Я не просто кричу, потею тут, лишь бы своих тут удовлетворить. Нет. Дорогие мои, эта тема глобальная, не индивидуальная. Вы понимаете меня, дорогие? Она сейчас не относится к тебе лично, но относится к нам корпоративно, как к церкви и телу Христа. Почему? Потому, почему мы с вами парализованы? Потому что у нас всегда пальцы направлены в кого-то, но только не в себя. Это пастор, пусть он делает. Да пастор скоро уже позвоночник выпадет и голосовые связки порвутся. А ты М -м, классное шоу сегодня было, крутая проповедь. Я хочу перестать когда-нибудь быть забавным певцом, и начать что-то сеять в тело Христа. Но тело Христа, знаете, что я делаю? Кто я? сейчас я вот этот цвет который начинает тебе зрачок светить и проверять тебя у тебя вообще реакция есть о ты меня ненавидишь это точно реакция значит что-то с тобой будет он меня раздражает конечно приставь свет в зрачок вот тема они уберите его с телевидения Конечно, наш шатырный спирт никто не любит. Представь, наш Воу! Воу. Да ты тебя на три метра отбросит от наш шатыря. Это я. Добро пожаловать. Ничего? Эйма. ма? Джей, Джей, Я удивлен вообще двигаясь среди людей, молясь за людей. Люди в церкви, люди, рожденные свыше, крещенные Духом Святым, не видят вообще картину реальности. Реальности. Отойди в сторону от своего забора и огорода. Отойди от своего бизнесочка в сторону и посмотри глобально, что происходит с телом Христа. Тело Христа нуждается в реанимации воскресений. О, дорогие мои, как я мечтаю поднять еще несколько мощных церквей, настоящих церквей. Не надо плодить вот эти вот Макдональдсы. Дайте мне то, что рождено от Бога, поставлено Богом. И не я решил это сделать. А наконец-то Бог увидел твое голодное сердце. Но пока у тебя не будет голода, Бог не может видеть тебя. Пока ты скажешь, уберите все капельницы из моей жизни. Я хочу ощутить боль переломанных костей. Может потом я начну что-нибудь делать. Не надо, я не хочу чувствовать. Скажите мне, какую морфию нужно вколоть нашей церкви, церквям, Вселенской церкви, Телу Христа, что даже мы уже не реагируем на смерти собственных детей, умирающих от передозировки. Мы не реагируем на автомобильные катастрофы перепившей молодежи, которые ехали с молодежного служения. И я говорю о фактах, я не вру. Что нам нужно сделать? Чтобы проснуться церковь? Кто вообще захочет стать в пролом? Иисус напрасно пострадал. Он что пришел на землю сделать, чтобы тебе хорошо жилось? Мы христиане. Мы это Христос на этой земле. И только когда ты это поймешь, ты поймешь, какая ответственность на твоей жизни. Какой смысл вообще называться христианином, если ты не отвечаешь качеством Христа? Ну, я только начал. Я тоже. Вперед! Все начинается с маленького. Что мне делать? Спаси хотя бы одного человека. Притащи его домой. Молись за него, постись за него. Сделай свою часть. Сделай что-нибудь, что Бог тебе вообще даст. Выйди из своей коробочки. Переступи через этот позорный забор религии и просто скажи Бог, покажи ты мне, ведь я не перед ними отвечать, а перед тобой буду. Покажи мне реальность. Вытащите все трубки из моих вен. Дайте мне увидеть, что происходит с моей жизнью. Не надо мне хлопать по, по, по щеке и говорить, ничего, скоро все пройдет, увидимся на небесах. Некоторые люди говорят, ты сгущаешь краски. Вы что, с небоскреба упали? Краски сгущаешь? Да ты выйди когда-нибудь посмотри. Некоторые люди не понимают, что такое реальность. Потому что у них свой мирок. Выйди из мирка своего. Пожарь свой лук, сжарь рыбу, сделай свое пюре. И когда-нибудь выйди туда, где жизни уходят в ад. Посмотри на картину. Сходи когда-нибудь в ночной клуб, где тысячи молодежи под наркотиками умирают и из клуба выносят несколько трупов за ночь. Посмотри когда-нибудь. Может быть, что-то в твоей жизни изменится. Как мне это все надоело. Как мне это все надоело, церковь. У тебя свой мирок, вот почему ты не видишь. Это дьявол, который вколол тебе морфий. И морфий это твой бизнесок, твой мирок, твоя семеечка. Твои магазинчики, которые ты знаешь, их три вокруг твоего дома, и ты больше ничего не знаешь в собственном поселке. О, Иисус. Знаете, я благодарен Богу. У меня в 2000 году был клуб. Некоторые люди знают, о чем я говорю. Андрей, он знает. Вы знаете, некоторые люди проклинают меня за этот клуб. Мы открыли христианский клуб, потом его Какие-то там, знаете, столько было бандитов, наркоманов, алкоголиков. Мы прям ловили людей в машинах, которые колятся. Мы ловили людей, которые выпивают. Не просто, не просто пьют баночку пива, дорогие мои, ужратые, в, в рыготине валяются. Люди верующие, дети пасторов. О, Иисус. И ты, ты меня сделал проблемой! Потому что я тебе об этом рассказал. Выйди и сам посмотри. Я не говорю на мир, на наше мертвое христианство и, на, и наши изжитые церкви. Некоторые говорят, это живая церковь. Когда мы проведем статистику, в этой живой церкви всего лишь несколько человек живых, которые просто ведут эту церковь. Все остальные мертвая масса, которая ничего не делают. О, Иисус. Люди сделали проблему проповедников. Люди сделали меня проблемой. Это он нас здесь в Вашингтоне раздражает. И мы его не будем приглашать на наши пасторские. Спасибо, не надо. Я хочу жизнь! Я хочу спасение моей нации! Кто-нибудь это может понять? О Иисус! Я верю, что до конца моей жизни я подниму армию людей, живущих в огне. Вот моя мечта. Сидишь, сиди. А я буду идти. Как бы ни было страшно и больно, я буду идти. Иисус, дорогой мой. Мы делаем проблему того, это не и проблема. Это церковь проблема, потому что она не делает то, для чего она была рождена. Вы хотите узнать, какой церковью была рождена? У вас Библия есть? Откройте Деяние 2 глава. Не сейчас, дома. И посмотрите, что есть оригинал, рожденный от Духа, а не от плоти. И братского совета. Мы делаем что угодно, мы отмазываемся любыми путями: ни не время, нет денег. У меня сейчас духовное положение не позволяет. Я женюсь замуж выхожу. Мне дом надо построить. Не похоже ли это на притчу из Библии? Церковь, о которой говорил Иисус. Я пошел, пригласил. Они были настолько заняты, что они все отмазались. И когда я пошел на улицу, я собрал всех наркоманов, бродяг, проституток и алкоголиков, и из них получился брачный пир. Интересно, мне кажется, что это похоже на Царство Небесное. Это похоже на команду Иисуса Христа, которую он собрал из... Из людей, которые были просто под рукой рыбаки, мытари, грешники, блудницы. И имя у Иисуса было друг мытарям и грешникам. Вы знаете, что это самое высокое имя, которое может быть в Царстве Небесном? Вы меня не поняли, церковь. Если это было имя Его, то я хочу, чтобы у меня такое имя было. Чтобы меня больше любили там, чем там. Там мне совсем не надо, чтобы меня. Выключите меня, забудьте за меня. Я не для вас. Ты нас раздражаешь. Когда ты проповедуешь, наши сестрички смотрят телевидение и потом нам странные вопросы задавать начинают. Значит, ты не пастор. Дерни со своей позиции и дай Богу поставить настоящего пастора. Има, все очень просто. Один плюс один равняется два. Математика простая. Если у тебя ничего не получается в бизнесе, его надо закрывать. Има, если ты, не, если ты годами стоишь за этой кафедрой, и все, что ты приносил, это хороший сон, уходи. Има? Горе вам, говорит Иисус, если все о вас будут говорить хорошо. Значит, с тобой точно что-то не в порядке. Има? Может, кого-то разбудим? Нам всем с вами религия и дьявол дали обезболивающее. Это начинается с коммунистической партии. Мы только родились, нас приняли в октября -то. Некоторых не приняли. Некоторых из-за двоек, некоторых из-за того, что ты баптист был. И нам там рисовали. Мы идем в светлое будущее. А вот то загнивающий капитализм. Помните? Нам с вами обезболивающие вкадывали и говорили, что твоя неваляшка и, и, и твоя юла, помните? О, ня, 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 ня! Вспомнили такую игрушку? Твоя неваляшка и твоя юла – это самые лучшие игрушки на планете, а все остальное – германское, американское – это мусор. А потом к нам стали нечаянно завозить некоторые вещи, мы такой мне ручку дали, такой смотрю на ручку, а это что? Ручка? Я на нее смотрю, думаю, откуда она? А мне говорят, это с Германии. Я говорю, чего? В эту ручку вложена любовь, красота, стиль. А наши постоянно то не пишет, то шарик выпадает. Но зато самое лучшее, не заблуждайтесь, братья и сестры. То же самое с церковью. Не вздумай никуда ходить. У нас самые лучшие усыпляют. Туда не ходи. Нам всю жизнь вкалывают обезболивающие имен церковь. На нас всю жизнь производят эксперименты. Я устал. Я хочу когда-нибудь Бога без твоей. Oh я когда-нибудь хочу узнать о Боге, от Бога, а не от тебя. Но некоторые из вас вообще ничего не понимают. Когда я начал общаться с Ним, оказывается, есть другой Бог. Живой! Он живой. Я это потом понял. Они мне говорят, ты не тому Богу служишь. Я говорю, вы знаете что? Я лучше этому буду служить. Он хороший. А ваш постоянно хочет поймать за чуба и обровку об головой ударить. Потому что он только и ждет, чтобы тебя поймать на каком-то грешочке. А мой умер за меня. Послал своего духа для меня. И он ходатайствует за меня. Вот кто мой Бог. При всех моих проблемах он всегда рядом со мной. Когда я оступлюсь, он первый бежит ко мне и утешает меня. О, Иисус! Мы изуродованы Искалечены. У нас, как у церкви, украли будущее. У нас поломаны руки и ноги. Практически никто этого не видит. Нам всем с вами дали обезболивающее. И ждут, пока мы умрем и закончим свои никому ненужные и глупые жизни. Церковь. Вы знаете, что самое смешное на этой земле. Знаете что? Бездействующая церковь. Вы меня вообще понимаете? Это самая огромная шутка, которую дьявол сыграл с церковью. Это церковь, да. А, это больница, да. А, окей. А туда только больных не принимают. Вы меня вообще понимаете? Это абсурд. Это больница, да, я туда хочу, нет, тебе нельзя, ты больной. Ну так это больница, ну да, ну так помогите мне. Нет, а сюда здоровые заходят. И то, а, как мы, если мы дадим разрешение. Люди. Так я здоровый. Нет, ты не проходишь по... Там картонка, вырез такой есть, знаешь. И ты должен полностью туда вместиться. А ты слишком не такой. Так вот, рвал я эти все картонки. Кто-нибудь в этом мире может стать наглым для Иисуса Христа? Говорить правду, где и как ее угодно. Если тебе не нравится, ты можешь меня не слушать. А мне нравится, что я проповедую. Когда я говорю Слава Божье, Он благословляет меня, потому что я делаю то, что Он мне сказал. И горе мне, если я начну здесь петь песни, которые не будут менять жизни и изменять нацию. Я давно попросил у Духа Святого, чтобы никогда в жизни, никогда мне не дали обезболивающее. Вот поэтому я и странный в некоторых глазах. Потому что что он орет? Что он вот это такой постоянно энергично, это да прыгает, что-то то, суетится, что-то. Если бы ты посмотрел на мир глазами моими, без обезболивающего, то ты бы не так орал. Потому что, дорогие мои, есть Твоя жизнь и твой мирок, а есть реальность Бога и этот мир. Кто-то должен привести к Нему. Amen. Давайте сделаем свою часть, приведем нашу нацию хотя бы. В нашей нации не так вот много миллионов. Чего ты смеешься? Я же не говорю за всю землю, в которой более 6 миллиардов. Я говорю все же за нашу нацию несколько миллионов людей все нормально что ты переживаешь не возьмем тебя возьмем твоих детей ты не покаешься, твоего ребенка достанем и он покаяется он будет служить Богу мы очень серьезны насчет нашего христианства как насчет вас как я серьезен насчет моего Бога я не играю в игры мне не надо никакие услуги мне нужен живой Бог. Все. Вот мои критерии служения Богу. Живой Бог ⁇ это живая церковь. Движется слава Божья. Каются люди, исцеляются, освобождаются. Это критерии Бога. Это значит, там живет Он. Все остальное ⁇ это просто приятные, красивые клубы с хорошими зданиями, с большими крестами. С хорошими группами прославления, хорами, с пышными кафедрами, прекрасными костюмами за полторы тысячи и галстуками, которые блестят очень красиво, с профессиональной аппаратурой и очень крутыми микрофонами, с камерами по 25-30 тысяч, и разгон на миллион, а удар на пол копейки, и все. Потому что когда ты смотришь на всю эту красоту, ты не понимаешь, а... у тебя один есть вопрос: а зачем? Зачем? Стройте, стройте свои унитазы, клейте свои обои в туалетах, делайте автоматические смыватели. А я буду приводить души к Иисусу Христу. Аминь. Много лет назад Около 18-19 лет назад, когда я еще был на Украине, мой дед заболел раковой болезнью, которая называлась саркома. Разложение внутренних костей, суставов, позвоночник, таз, ноги, то есть у него вся нижняя часть разлагалась. Вы знаете... Его после некоторого времени отправили домой умирать, потому что это не лечится, вы понимаете? Саркома в запущенном состоянии, рак костей в запущенном состоянии, все разложенное. Он уже внутри был от пояса, ниже колен, он был как желе. Его переправили, положили. Боли были настолько невыносимые, что только самые огромные дозы морфия, которые вырубают даже разум, могли ему помогать и то на определенное время. Я был тогда, мне тогда было около 14-13 лет, я уже все понимал. И я жил с дедом, и я смотрел, я наблюдал его последние дни, я смотрел, что происходило в жизни. Я никогда не видел смерть. Смерть, вот она лежит, смерть. И вот он лежит, мой дед, которого я видел совсем недавно, очень бодрым и живым. Он делал все, он строил все. Он совсем, и здесь буквально несколько месяцев, и я смотрю, лежит живой труп. Я увидел смерть, я посмотрел смерти в глаза. Я никогда еще не видел, что такое, знаете, есть смерть резкая, человек заболел, умер, а что такое смерть продолжительная? Все знают, что он умрет. Уже стоит давным-давно а, 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 материал на обивку его гроба. Уже давным-давно приготовлен пиджак и рубашка выглажена, в которой он будет лежать в гробу. И я все это вижу, и ты заходишь, и ты уже никто, никто не дает шансов на жизнь этому человеку. Самое интересное, что я был в огромном шоке еще тогда в детстве. Это было первый раз в моей жизни, когда я увидел такой ужас в 13-14 лет, совсем подросток еще. Вы знаете, когда доктор периодически приезжал, знаете, на скорой помощи обычно приезжали доктора на дом, и они вкалывали моему деду огромную дозу морфия. Наркотическое вещество очень серьезное и очень сильное. Он жил на Морфии буквально несколько месяцев. Вы знаете, и когда ему вкалывали Морфий, я видел, как его крик и искаженное лицо от боли превращалось в улыбку и наставала тишина. Он полностью выходил из этой реальности. Он полностью забывал, кто даже вокруг него был, потому что Морфи был настолько сильный, что он выключал даже его рассудок. Он был похож на наркомана, которого сделали искусственно. Тут по одной причине, потому что боль нужно было чем-то заглушить. И когда стоял я около его кровати очень часто и наблюдал эту картину, опять приходил этот доктор. И опять он делал свою процедуру. И когда он уходил, я видел опять расслабившееся тело моего деда, который улыбался, смотрел на меня. Я стоял, и слезы текли по моим щекам. Со мной рядом стояла моя бабушка и моя мать. Мы втроем или вчетвером еще с другими родственниками стояли и смотрели на моего деда. Слезы текли, а он лежал и улыбался только по одной причине, потому что единственный он не понимал всю реальность своего собственного состояния. И тогда я понял, а оказывается, можно всю свою жизнь прожить под уколом морфина. А оказывается, нам с вами дьявол и религия может поместить в их мир, в котором все не так уж плохо. И кому-то тебя нужно вывести из той реальности, которую тебе кто-то нарисовал, и показать тебе жизнь, которая происходит прямо сейчас на этой земле. Знаете почему моя команда вся моя команда состоит из бывших бандитов, мытарей, грешников, бывших алкоголиков, блудников и бывших наркоманов. Потому что только они способны видеть реальность. О, Иисус, вообще меня кто-нибудь понимает здесь. Я никогда не понимал, почему Иисус Христос выбрал их. Потому что только это общество жило в реальном мире, и только они могли знать, что нужно делать. И поэтому мне никогда не нужно говорить моей команде, ребята, нам нужно идти в пост, они сами без меня это знают. Мне никогда не надо им говорить, ребята, нам нужна помощь, они уже перед тем, как я подумал, они уже все это сделали. Потому что одно сердце, одна мечта и одна боль разделяет всех нас. Мы смотрим на этот мир одними и теми же глазами. Я хочу задать тебе вопрос. Как ты видишь этот мир? Может быть, ты по сей день под колом морфина, и ты смотришь на меня, и до сих пор не понимаешь, почему я смотрю на тебя и плачу. Почему я смотрю на тебя и плачу? Потому что я нахожусь по ту сторону реальности. Ну, дорогие мои, кто-нибудь вообще на этом месте для, тебя, для себя что-то берет сейчас? <плодисменты> Вы знаете, мой дед, он смотрел на меня удивленно, он не понимал, он, он улыбался, его лицо было похоже на безумного человека. Это было страшно смотреть. Мой дед, проповедник, который любил Бога, умел играть на клавишах, его любили люди, к нему всегда приходили в гости, он рассказывал им об Иисусе Христе. Сейчас лежало разлагающееся тело улыбающегося трупа, которому дали два месяца жить, если он даже проживет их. Боль не сходила ни один день, дорогие мои, боль не сходит. Просто некоторые ее не переживают. И переживать ты эту боль можешь только, не переживать эту боль только -то по одной причине. Кто-то вколол тебе морфий. Ты живешь сейчас в чьей-то реальности. Поэтому ты меня не понимаешь. Иисус говорил фарисеям, вы не можете. Почему не можете слышать слов моих? Вы не принимаете учения моего, вы вообще не понимаете, о чем здесь я ору на этой горе к этим людям, у которых нет пастора. потому что вы не способны слышать голос, потому что вы все фарисеи, у вас свои храмы. У вас свои титулы и одежды священнические. У вас своя реальность и жизнь. И вы вообще не понимаете, что происходит здесь, где живут настоящие. И я верю, дорогие мои, моя мечта и мой план всей моей жизни ⁇ поднять армию. Поднять армию ⁇ меня не волнует, что меня знают все. Те, которые не знают, скоро будут знать. Меня вообще это не волнует. Я себя не продвигаю. У меня одна мечта ⁇ поднять армию которая сделает настоящий демидж дьяволу и его царству. Вот моя мечта. Сделать так больно Сатане, чтобы ему больно за все две тысячи лет. Еще так не было. С того времени, как Иисус отдавил и отрезал ему рога, и отстрелил ему хвост, и забрал ключи от собственной хаты, я хочу, чтобы в следующий момент это была армия Христа, которая будет делать то же самое. Amen. О, Иисус, подними свою армию. Со своими правилами. И со своей жизнью, и со своей войной. Вот моя мечта. Вот моя цель. Вот почему я так сильно работаю, молюсь, пощусь, тружусь. Вот почему меня так сильно бьют, вот почему меня иногда предают, потому что у меня есть мечта. О, дорогие мои, я хочу, чтобы кто-то из вас заимел дух победителя. Человек, который еще не находится там, где он хочет, но он внутри уже знает, что победа будет. И мы с вами христиане, это значит, мы находимся в команде Бога, который победил уже несколько раз. Дьявол вообще проиграл по полной программе. Первый раз сам Бог дал ему пендаль, и вы знаете, где он оказался. Amen? Потом Иисус, там дьявол что-то выпендривался, он говорит, хорошо, ты хочешь со мной поговорить в плоти поговорим в плоти. Он снял с себя мантию Бога, залез в человека и опять надавал пенделей дьявол. И дал тебе ту же самую власть. Ой! Yeah. Oh, yeah. И теперь я и ты можем делать то же самое. Эйма! Перестаньте переживать бояться и заботиться о завтрашнем дне потому что на твоей стороне победа и у тебя в будущем слава божья сила его Иисус хочется задать вопрос всем смотрящим слушающим вам в зале вам не надоело принимать обезболивающие? о как мне надоело церковь и постоянно когда я куда-то прихожу какой-то диакон или пастор хочет вколоть очередную дозу в мои вены. Все не так уж плохо кажется, как ты проповедуешь, брат. Конечно, ты под морфием, братан. В твоем мире вообще все в розовом цвете. Ты уже давным-давно полуразложившийся, но с улыбкой на лице. И, конечно, я тебя раздражаю. Потому что ты лежишь на койке, всколонный морфием в венах, и смотришь свое кабельное телевидение последние два месяца. С улыбкой на лице, и тут вдруг появляюсь я на твоем экране. И ты вообще не понимаешь, откуда этот боевик на телевидении взялся. Amen? Wow. Как можно без спецэффектов так голову нагрузить? Amen? Это только Джизус имен. Мне надоело смотреть на мое поколение, которым постоянно вкалывают очередную дозу морфия в своих церквях. Не так уж все плохо. Держи, что имеешь. Давайте споем псалом. Я удержу себя. Но это окей. Меня и так ненавидят. Исход, 2 глава, 20, 23 стиха. Исход, 2 глава с 23 стиха. Смотрите интересный момент, фрагмент в жизни Израиля. Спустя долгое время умер царь египетский и стенали сыны Израилевы от работы. И вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их. И вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. И там написано дальше, что он помог. И следующая глава. Он идет и поднимает человека по имени Моисей. Вы должны, дорогие мои, понять, чтобы Бог начал двигаться, написано Бог вспомнил. Некоторые люди говорят, Бог забывает. Я говорю о том, что Бог не забывает. Но Бог ждет что-то, что приведет его в действие. Дорогие мои, церковь со вколонным морфием не может привести Бога в действие. Аминь. Потому что все, о чем они молятся, это за свое пюре и за свой борщ с колбасой. И туда входит вся сила, чтобы не отравиться. А как насчет моего поколения, которое умирает у тебя за забором? По подвалам парни и девушки, которые, у которых отмирают конечности от приема наркотиков. Как насчет них? Церковь. Кто это будет делать? О, Бог призовет кого-то, он уже призвал. Это называешься ты и я, которые называются церковью. Перестань перекладывать свою обязанность на чьи-то плечи. Поверьте, то, что мы приехали в Америку, у нас здесь работы с вами ровно столько же. Потому что бесы везде одинаковые, здесь просто грех красивее выглядит. И все. Аминь. Просто у, у, у дьявола, у Америки есть а, а, деньги а, притрусить пудрой грех и смерть. Смерть просто красивее выглядит. У, у, у России, у Украины, там, знаете, у бывшего Советского Союза просто не достает денег, и поэтому оно все пьяницы валяются, трупы, разлагающиеся после зарплаты, да, там, и, и ты видишь эти умирающих людей, сколовшихся парней и девушек, замерзшие трупы. А, а, люди, которые могут умереть и лежать неделю где-то там в селе, никто даже не знает, потом узнали, кого-то нет, нашли его где-то. Понимаете, да, чем я говорю? Здесь просто все очень быстро убирается, все то же самое, только все красивее. Везде все одинаковое церковь. О, дорогие мои, как я хочу, чтобы... Ладно, я у Бога попросил, Он вынял все трубки, Он снял меня с моих капельниц, он, он, он забрал у меня всю ту реальность, которую мне хотела навесить религия и дьявол. Теперь моя молитва и мои проповеди, чтобы с ваших вен были вытащены трубки, и вы посмотрели глазами Христа на этот мир. Может, тогда ваши молитвы изменятся? Некоторые подходят и говорят, О, помолись за меня, чтобы мне пришла какая-то там жажда или боль там, по погибающему поколению. Я говорю, некоторым говорю, одна пилюля в Сиэтл, съезди ночью в субботу. Когда ты будешь ехать по второй, там первой и еще есть несколько авеню, там есть очень много клубов разных. Разные там, dance, rave, club, там что угодно. Там разные клубы. Зайди хотя бы в один клуб в пятницу вечером, в субботу, и ты увидишь реальность. Только помолись перед этим и скажи, Господь, ты мне покажи увидеть этот мир. О, дорогие мои, это лучше, чем любое возложение рук и помазание Елеем. Тебе нужно увидеть побыть между я туда не хожу. Вот поэтому церковь и не имеет силы и власти, поэтому и они сюда не ходят. Вы меня понимаете? Кто-то должен пересечь этот барьер, и это мы. Ну, я боюсь, а вдруг я там забухаю. Ну, так иди уже, забухай, отбухайся, возвращайся, и потом пойдем вместе. Аминь. Вот почему у меня такая команда, которая откололась, отбухалась, выжила, слава Богу, и тебе на 300 лет это не надо. Вот почему мне очень опасно работать с верующими людьми с детства. Потому что им всегда грех хочется. Я работаю с людьми, которые его уелись, объелись, со всех щелей полезло. И они сказали, все, хватит. Хорошего понемножку. Има? Поэтому команда Иисуса была очень интересна. и подняли вопль. И вопль от работы вошел к Богу. Дорогие мои, вы понимаете, что... Поймите этот фрагмент. Я хочу, чтобы вы проследили за моей мыслью, за очень тонкой, спокойной мыслью, очень серьезно. Именно из-за того, что настолько эта нация стенала от боли, видя реальность рабства, притеснения и всего кошмара, который творился в Египте, и дала поклонство, убийство детей. Рабство сплошное. Я даже не хочу влазить в подробности, что творилось там с мужчинами и с женщинами. Что они, рабовладельцы, творили с народом израильским. Это была настолько сильная доза боли, что они просто возопили и именно этот вопль, именно этот крик, именно эта боль, она привела Бога, она свела его с неба, она просто стянула его и сказала: А теперь будет так, как я скажу. И Господь вывел этих людей. Мы потом знаем, у этих людей были свои проблемы, но благословение заключается в том, что дошли их дети, и они по сей день благословлены Богом на своей земле. И Бог еще вернется за своим народом обязательно. О, дорогие мои! Бог всегда, смотрите, я хочу, чтобы вы проследили за моей мыслью, Бог всегда слышит боль. ман? я буду заканчивать, мне мое время заканчивается. А что если план дьявола лишить тебя боли? Слышите меня? А что если план дьявола не атаковать тебя, не забирать у тебя церковь и Библию, а забрать у тебя реальность, поместить тебя в его мир, который он создал под названием религия, типа церковь, но она совершенно парализована и мертва, и ничего никогда не достигает. Она больше приносит зла и демиджа, чем приносит благословения и успеха. Мы должны с вами это понять. И вот тонкий план заключается в том, чтобы поместить тебя в эйфорию жизни вколоть тебе морфий, дать тебе моргич, дать тебе домик, дать тебе денежки, две машинки на выплату. И вот твой морфий начинает действовать. Теперь тебя мало волнует что-то по ту сторону. Почему? Потому что тебе нужно здесь построить заборчик, здесь для курочек выстроить маленький курятничек, теперь посадить яблоньку, посадить грушку, посадить там виноградик. А теперь после виноградика у меня следующий проект. Надо выплатить за машинку. О, Новые стиральные машинки вышли, нужно купить. Шторки нужно поменять. О, о, слушай, так гостям в дом неприятно приглашать. У меня уже, у меня уже два года одна стена один и тем же красочкой выкрашены. Давайте поменяем цвет. О, о, по телевизору такие туфельки видела. Просто ну не могу. О, а я видел такой звук, колеса, и мы все, о, 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 морфий, он течет по нашим венам, и мы абсолютно не понимаем. Я не говорю о том, что тебе это не нужно. Я говорю о том, что ты должен видеть еще реальность, помимо всего того, что ты имеешь. Потому что твоя жизнь с Морфием отличается от реальной жизни, которую Иисус показывал ученикам я хочу быть там, где он, а он обычно там, куда христиане не ходят. Вы меня понимаете? Туда нельзя. На братском совете запретили. Ну, представь, меня увидели в ночном клубе. Что о тебе скажут? Конечно, скажут, что ты там торчишь. О а вдруг я пошел туда увидеть реальность и еще, может быть, кого-нибудь зацепить с собой всунут визитную карточку. И когда он проспится после своего блуда и наркотического эффекта, он найдет карточку, и там написано будет адрес и мой телефон. И может быть, он вспомнит и позвонит. Церковь, что мы с вами делаем, как тело? Что? Это относится ко всем, это вопрос ко мне. Я хочу отдать всего себя Богу на все сто процентов. Я просто знаю, что самый большой демидж царству дьявола я делаю вот здесь. Вот оно. Вот моя зенитка. Эйма. Вот моя пушка. Откуда я? Я могу сейчас пойти и ту же самую тему сказать одному. Но я лучше натяну зенитку и как бабахну. И меня будут видеть и там, и там, и там, и там. Таким образом, я сразу схватил несколько тысяч людей. И, может быть, хотя бы у сотни из тысячи просмотревших что-то ёкнет внутри, и они скажут, «Отец, сними с меня морфий! Протрезви меня от наркотического, религиозного действия! Вырви меня из этого ада под названием рай!» Но, дорогие мои, как я хочу увидеть этот мир его глазами! Как я хочу... Делать именно то, чтобы он делал сейчас. Это моя мечта. И я буду еще больше делать. Я буду еще больше делать. Насколько сил и энергии хватит у меня до конца моей жизни. Это моя мечта. Потому что я люблю его. Ты любишь его. Что ты делаешь для него? Любовь ⁇ это действие. Вы меня понимаете?